На продажу выставлена англо-арабская кобылка. Родилась 2 января 2023 года. Отец кобылки – жеребец чистокровно-верховой породы по кличке Кэтман, линии Нарсендансе, от Кайтана и Балетмистрис. На центральном московском ипподроме Кэтман занял 1 первое, 2 четвертых и 7 пятых мест. Кайтана, отец Кэтмана, участник всех без исключения крупных призов мира. Чемпион 3-летних жеребцов в Германии и Италии и чемпион старшего возраста в Германии. Из 45 стартов Кайтана занял 9 первых, 6 вторых и 7 третьих мест. За скаковую карьеру выиграл более 2 196 тысяч евро. Мать Кэтмана – кобыла Балетмистрис. Из 5 стартов – 3 первых и 1 третье место. Мать англо-арабской кобылки – серая кобыла по кличке Галкана. От камелька линии Насима и гарпины из известного скачущего семейства Рида через Руанду. Гарпина из 12 стартов, 8 платных мест. Победа в призе «Окс» и второе место в Большом Краснодарском призе «Дерби». Отец камелька Анчар – блестящий скакун. Из 38 стартов на ипподромах России и Европы занял 11 первых, 6 вторых, 7 третьих и 2 четвертых места. Победитель Кубка Европы Варшава, летнего и большого спринтерского призов. Мать камелька, кобыла Камея, имела выдающуюся скаковую карьеру из 8 стартов, 6 побед. До рождения англо-арабской кобылки Галкана уже дала одного англо-арабского жеребчика, одного арабского и 2 кобылок. Арабский жеребчик Гвискар, казахская кличка Окжетпес от Вивата, в годовалом возрасте занял 3 призовых места в 2020 году, 2 место в 2-летнем возрасте в Топ-Байге в августе 2021 года в Кызылординской области, в марте и мае 2022 года 2 третьих места в Аламан-Байге, а в июне 4-е призовое. При покупке лошади с покупателем заключается договор купли-продажи и договор на перевозку. Покупатель получает ветеринарную справку, в которой указаны все прививки и вакцинации. Все наши лошади проходят тест ДНК, все чипированы. На каждую лошадь выдается паспорт вне коневодства установленного образца. Доставка лошадей коневозом в любой регион России, а также в Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. По вопросам покупки англо-арабской кобылки обращайтесь по указанному телефону, WhatsApp или Telegram.